Всем привет, с вами Сергей Чураков, и сейчас я расскажу, как не попасться на очередное мошенничество. Значит, сейчас я получил очередное супер предложение от этого контакта. Некая Куржанка Хабибова, значит, контакт был взломан. Каким образом я это все узнал? Получаю вот 23.05, такое супер предложение, доброго дня, июньская акция продолжается, как минимум до конца июля каждый, кто вступит, получает первоначальный бонус 15 баксов, успевайте, то есть халява налицо. И по идее я должен кликнуть по этому сайту и зарегистрироваться без приглашения, ну короче все супер. Значит, переходим по этому сайту. Читаем внимательно, июльская акция, завлекуха как положено. Дальше компания, наши партнеры, Skype, да никогда с ними Skype сотрудничать не будет. Там всякий какой-то адрес. Далее, e-mail, естественно, не корпоративный. Теперь самая фишка. Регистрация, вход. Видите, имя пользователя, пароль, войти. А вот регистрация самая интересная. Выполните несколько простых действий за регистрацию. Значит, ваш логин в Skype. Регистрация проходит через учетную запись в Skype. Да? Адрес электронной почты, пароль, регистрация проходит через... То есть вы должны ввести ваш логин от Skype и ваш пароль от Skype и вашу электронную почту. Значит, вводите вот эти все данные. Это как раз необходимые данные для того, чтобы вы лишили своего Skype. Значит, на этот сайт заходить не надо. Ну, вернее, зайти-то можно, а логин от Skype вводить сюда не надо. Пароль, естественно. Значит, найдете этот контакт. Вполне возможно, что еще кто-то попался на удочку этих мошенников. Естественно, женщина это она не мошенница. Но ее контакт просто взломанный. Значит, просто желательно удалить эти контакты из своего аккаунта, чтобы не было соблазна, чтобы приостановить дальше продвижение этого сайта. Так, значит, как удалить? Надеюсь, все знают. Кликаем правой клавишей «Удалить из списка контактов». Либо блокировать этого пользователя. Ну, допустим, блокировать. Ставим галочку здесь и сообщить о нарушении. Это, конечно, желательно сделать, сообщить о нарушении, потому что была, естественно, сделана рассылка мошенниками по базе друзей данного абонента. Соответственно, было взломано много таких наивных людей, которые оставили свои данные. Все, Skype улетел, больше делать ничего не надо. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!